Россия в ближайшее время намерена оспорить решение Международной Федерации об отстранении от Олимпиады всех наших тяжелоатлетов. Апелляция будет подана в спортивный арбитражный суд в Лозанне. Четверо из восьми заявленных ранее на соревнования штангистов фигурируют в скандальном докладе Макларена. Семь положительных результатов допинг-проб обнаружены после перепроверки анализов участников Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. И тем не менее, российские штангисты считают, что допинговое прошлое некоторых спортсменов не является основанием для отстранения всех. Сейчас будут выигрывать те, кто вообще в шестерке бы не были. Зачем это нужно? Кому это нужно? Ну, его медаль, она цениться не будет. Суть так этой медали, ценность этой золотой медали. Если вы хотели этим действием подарить кому-то медали, так они им не нужны. Они не ценны, их никто не оценит. Это пустышка, это как деревянная медаль. В борьбе, да. Это круто. Почему спортсмены всегда, стоя на пьедестале, плачут? Из-за того, что они отдали этому очень много сил, поэтому они плачут. Потому что они горды за свою страну, они горды, что они этого добились. Напомню, ранее от участия в играх была отстранена наша сборная по легкой атлетике. Также в полном составе. На данный момент известно, что на Олимпиаде в Бразилии смогут выступить 266 российских спортсменов.